Он поменял 6 часовых поясов, преодолел более 10 тысяч километров, разменял краснодарский плюс 15 на якутский минус 40, провел целый день в самолете. И все для того, чтобы стать дежурным по настроению Алроса. Алексей Дудник, ведущий фестиваля настроения, бессменный хедлайнер, ключевая фигура и главный зажигалово всех спортивных матчей баскетбольного клуба «Локомотив Кубань». Высок ростом, в меру упитан, прекрасно выглядит в пиджачном костюме, как, впрочем, и в других одеждах и сценических образах. Носит бороду и недавно стал папой, а еще дал интервью телеканалу «Алмазный край». Все-таки игра – это игра или шоу в первую очередь? Это симбиоз, на самом деле, это комбинация очень многих компонентов. Естественно, основные события развиваются на паркете, но очень много мы стараемся делать и вокруг паркета, даже более того, вокруг арен, где мы организовываем матчи. Очень важно, чтобы люди, которые приходят на баскетбол, получали не просто спорт, но целый продукт, который состоит из вкусной еды, красивой музыки, классных развлечений в фойе, крутого шоу на площадке, и тогда мы получаем, удовлетворяем потребности всех болельщиков, и женщин с детьми, и романтических пар, и суровых мужчин, баскетболистов, экспертов, которые приходят на матчи. Наша задача – максимально охватить интересы всех присутствующих. То есть, по вашему мнению, можно приглашать и нужно приглашать девушку на свидание на баскетбольный матч? Однозначно. На моей памяти было около десятка предложений руки и сердца, сделанных на матчах, которые я организовывал и вел. Все 10 закончились благополучно, все невесты сказали «да», но как сейчас там происходит, надеюсь, что все хорошо, но каждый раз это было отдельное событие, они приезжали, женихи приезжали с трясущимися руками к нам в офис клуба баскетбольного, мы с ними прописывали какой-то микросценарий, и все это было как шоу, неожиданно для невест, и прям весь зал всегда аплодировал, и у невест слезы, шикарно. Ну, перед нашим интервью вы сказали, что совсем мало у вас остается времени, потому что надо подготовиться. Вот да. Каким образом вы готовитесь к матчу, к игре, фамилии изучаете? Здесь нам очень повезло, и фестиваль настроения совпал с финалом мужского чемпионата компании «Алроса» по баскетболу. И мы решили, мы в принципе были приглашены сюда, но мы решили показать некие стандарты, которые мы в единой лиге ВТБ проповедуем. То есть матч, шоу, свет, звук, классная музыка, специально отобранная, ни одного случайного трека. Все должно быть красиво. Готовлюсь я, мне нужно прочитать составы команд, расставить ударения. Потому что когда игрок готовится к игре и выбегает, и его фамилию коверкают, у него, возможно, что-то уже, портится настроение, там, портится бросок или что-то. Этого нельзя допустить. Подготовить это. Плюс я еще руковожу маленьким матч-центром, который мы здесь быстренько создали. Это светотехники, звукорежиссеры, стюарты, участники шоу-программы. Нужно всех предупредить, по рации объявить о том, что свет гасим, включаем «Металлику» и начинаем. Матч проходит под музыку. Так всегда или это просто сегодня? Нет, сегодня мы делаем формат шоу-матч, когда мы ставим фоном музыку и потихонечку комментируем. Всегда на официальных играх нет ни музыки, ни комментаторов. Музыка может включаться только на так называемом мертвом мяче, когда прозвучал свисток арбитра и игра остановлена. Тогда обязательно звучит отбивка музыкальная, или играет оркестр, или танцуют девчонки. Что-то такое происходит. Здесь мы просто, поскольку люди, многие впервые пришли на баскетбол, мы делаем это для того, чтобы немножко скрасить их времяпрепровождение на трибуне. И команды непрофессиональные, мы боимся, что люди могут заскучать какие-то моменты, да? Поэтому музыка, комментарии – это все призвано для того, чтобы чуть-чуть сделать матч динамичнее и интереснее для болельщиков. Ну, сегодня много детей, и я знаю, что у вас тоже есть дети. Вы уже определились, куда отдадите, в какую спортивную секцию своих детей? Я тут буду действовать как рыбак. Я буду закидывать удочки в разные, так сказать, водоемы. Естественно, я им предложу баскетбол. Естественно, я предложу греблю, легкую атлетику, все, что есть в городе, где я живу, все, что есть на хорошем уровне в городе, где я живу. И дальше буду уже двигаться и развиваться в направлении, которое они выберут.
Но одной из главных тем, наверное, этого фестиваля, да, является это популяризация этого спорта, да. Но если затронуть такую тему, ну, ребенок не определился или не хочет, его вообще нужно заставлять ходить куда-то на спорт? Вот как вы к этому относитесь? Тут, заставлять или как? Ведь можно заставить так, что ребенок не поймет, что его заставили. Понимаете? Я всегда говорю, что родителям нельзя уповать на детский садик и школу. У меня само педагогическое образование, и всем людям, у которых есть дети, я всегда желаю и советую все-таки педагогикой поинтересоваться немного. Не оставлять все на откуп государства, детского сада или школы. Первый педагог и самый главный педагог в жизни ребенка – это все-таки родители. Здесь родитель может хитростью каким-то образом замотивировать ребенка, если он видит, что данные есть, что получается. Ребенок может не хотеть разобраться, почему не хочет. Может, есть какой-то конфликт в секции, да? Или, может быть, ребенок просто элементарно недополучает калории в своем рационе, и у него плохое настроение. Все это нужно внимательно изучать. Каждое движение, каждый вдох, каждый смех ребенка, все нужно как под микроскопом. Все это сигналы для умных, грамотных родителей. Супер, спасибо, возьму на заметку. Как вообще в целом прошел фестиваль? Вы посетили Айхал, удачный? Да, на самом деле, как-то раньше, года 2-3 назад, мне безумно нравилось ездить за границу. По работе или на отдых я объехал всю Европу, бывал в Азии, в Африке, в общем, объехал очень много стран. Но вот 2 года назад я начал посещать города Российской Федерации, места Российской Федерации, которые меня просто поражали. Я знаю про Якутию очень много, потому что заканчивал географический факультет в свое время. Но это легендарный край, воспетый просто в таких легендах. Даже вот фильм, один из моих любимых, «Срочно, секретно, Губчака», фильм о Якутии, советский фильм. Безумно его люблю, это такой советский вестерн. Я с трепетом ехал сюда, летел сюда и очень ждал встречи с этим краем и с этими людьми, потому что я представил себе, какие они должны быть, и мои представления, в принципе, совпали. Действительно, это удивительные люди, которых вот суровая вот эта закалка сделала необычайно гостеприимными, добродушными, открытыми, отзывчивыми. И отклик просто по мановению волшебной палочки у нас появлялось все. И в Айхале, и в Удачном, и здесь в Мирном тоже все содействуют, все помогают. И впечатления самые, самые лучшие. И я здесь увидел эту белую штуку, которая у вас лежит везде. Снег. Да, это класс. Обожаю снег. У нас не бывает просто снега. Никогда. И у нас, если вы думаете, что там хорошая погода, ветер и дождь косой, не очень хорошо. На самом деле, когда морозец и снежок, красота, это просто настоящее новогоднее настроение. Как я говорил, что мы привезли вам баскетбольное настроение, а у вас берем немножко новогоднее настроение. Это важно. Я хочу поделиться не одной тонной этой белой штуки, которая везде здесь лежит. И я, кстати, напоминаю для всех зрителей, что Алексей приехал из Краснодара к нам, да, чтобы вы понимали, почему. Где это у них нет снега в такое время года. Спасибо вам большое. Спасибо за действительно фестиваль настроения. Нам пора начинать игру. Давайте посмотрим матч, кто победит в этом чемпионате. Мы узнаем буквально через 50 минут. Хорошего матча, как говорят у нас в баскетболе. Пятюню. Спасибо большое. Спасибо, Алмазный край. Спасибо.